Трип за Делориан Блейд. Да вы издеваетесь, дайте нам пройти уже вот эту. Смотрите, во-о-о! Молния идет! Молния! Как в фильме! Бежим, бежим, бежим! Все, мы тпжимся, мы развиваем скорость 80 км в час! Ну что, это не 80 км в час, и что там. А я дальше не могу пробежать. Да, мне дали! Грей Спортс какой-то артефакт. Как делишки, ребятишки, с вами Снайдисон. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы будем продолжать проходить крутую карту в Майнкрафте про машину времени. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий мы будем продолжать записывать вот такой командой. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также вы писали в комментариях, чтобы Игорь был снова неадекватным. Игорь будет неадекватным. Здравствуйте, и пишите еще в комментариях что-нибудь интересное, приятного вам просмотра. Итак, собственно, дорогие друзья, мы нашли два артефакта времени, нам нужно найти еще два. Вы готовы? Вы готовы к прыжку? Я уже нажал на кнопочку, ничего не происходит. Вообще, давай, происходит. Ой-ой-ой, это же опасно. Короче, и нам теперь еще будем два артефакта искать опять, да, полтора часа? Ну, где-то так, как предыдущий раз, не знаю. Вау. Найдите какие-то три какашки, и все, и будем сидеть просто час. Полетели! Да, алло, я сейчас... Полетели! Не-не-не, надеюсь, то, что опять такой фигни, как с никами было, не будет. Полчаса искать там 5 книг или сколько, 7 книг нафиг. Ну, в принципе, если у нас мы опять будем долго выполнять одно задание, мы... Марти! Разделим еще на две серии. Они что-то разговаривают, а то у меня вообще не слышно их. А я слышу. У меня, наверное, текстурпака нету, да? Или там смотрите, есть? Смотрите, короче, это Марти и Док из, короче... Да, вот... а слышите, ребята, это тут же Делориан! Да! Да-да-да-да-да-да-да! Поехали. Подожди, стоп, что он там написал? Типа... О, подождите, что происходит? Мы отправляемся... Я знаю, это... Хиллвей! Это... 55-й год! Он летал на этом, на ховерборде или что? Да-да-да, назад в будущее. Мне еще и музычка играет. Ну, мне кажется, вряд ли кто-то знает этот фильм, может, процентов 10, кто сейчас нас смотрит. Да не, я помню, снимал видео. Кто смотрел назад в будущее и помнит это место, где он от хулиганов уезжал на ховерборде. Да, во всех трех частях они были в этом городе, и это у нас, как получается, первая часть, 55-й год. Да. Так, окей, и что нам нужно делать? Я не знаю, а что нам в чате написало? Find Mrs. Peterson, bring me the... ну нам, по идее, просто нужно найти какие-то, эти... Время, эти артефакты, не? Или я что-то неправильно понял, Эдисон? Я сейчас прочитаю. Shift to specific points. Что-то было украдено с будущего, нам нужно найти и что-то принести обратно. Смотрите, в Делориан. Типа фильм, короче, по идее, нам надо найти журнал. Да, Эдисон, ты уже понял, да? Мы можем телепортироваться во времени с помощью книжки. Офигеть, просто так. Ты 85-й год телепортировался, 885-й телепортанулся, понял? Плутоним. Команда, я не понимаю, что вы делаете, какие книжки? Ты с нами, Игорь, или ты в шестом времени? Я застрял тут в блоках, типа, о. Смотри, это, короче, из третьей части, это 885 год, где еще вестерн. Ну смотрите, с будущего был украден какой-то плутониум, или как он называется. Нам нужно его найти, принести обратно в Делориан. А, подождите, из будущего, то есть давайте в 2015 это прошлым. Нет, вот этот плутониум был украден с будущего, а нам нужно его найти где-то в прошлом и вернуть, я не знаю, в Делориан что-то такое написано. Седьмой вернутся, пацаны. Я не понимаю вообще. Стоп, подождите, и что, нам нужно каждый год вот так вот полностью обследовать? Наверное, мне кажется, да. Что надо, не понимаю вообще ничего. Никто не понимает. Какие-то потерянные эти, короче, для Делориана какие-то штуки, понял? О, смотрите, какой-то чувак. Нашел. Таймшарт нашел. Да, это, таймшарт это такое. Ну, подожди, если есть таймшар, значит что-то другое тоже есть, правильно? Ну, наверное. Короче, давайте полностью исследуем 885, если ничего нет. Этого парта, короче, этот... Вот, смотрите, за Пепси мы можем купить плутониум. А где Пепси взять? Ну, Пепси, мне кажется, логично, не 885-м. Значит, нам нужно... нам нужно так путешествовать во времени туда-сюда, прикол. Окей, давайте обратно 85-й. Подожди, давай. А в 85-м или в 2015-м лучше брать? Смотрите, а мне кажется, будет все поочередно. Типа, в конце мы получим плутоний. Вот. Мне реально кажется, что... Куда нам нужно идти? В какой идем? Да, еще какого-нибудь жителя, походу, или что? Окей, короче, давайте, ребята, я ищу. Мы сейчас в 85-м. Эдисон, а сейчас там что-нибудь было написано? Не-не-не-не-не. Там вообще ничего не было написано. Нам нужно найти какие-то части, которые не хватают, и просто принести обратно в Делориан. Ну, по идее, да, плутоний, значит. Окей, я понял. Точно находятся эти части в разных временах, потому что Пепси в 85-м точно нет. Да, ну пойдем в 2015-й, Пепси найдем.
Окей, пойдем в 2015. Ну давайте 2015, а мы в принципе можем разделить. А нет, не можем разделиться. Да, мы не можем разделиться, к сожалению, но ладно. Я что, как-то ТП-шусь, я в блоках застреваю, мне. Да, я тоже. Кстати, Жек, ты помнишь, что в фильме реально мы в этом же переулке 2015? Да-да-да. И все верно вообще. Стоп, понимаете, нам нужно какую-то книжку телефонов. Это где это? Да, книжка телефонов была в 88-м году, в 85-м или 88-м году. Знаешь, что там? Нет, книжка именно телефонов? Да. Я нашел одну книжку, но не вот эту. У меня другая книга есть. Если вы найдете что-то, можно купить за ох ла-ла-ла, как называется. Магазин пластинок, вот он. А, о-ла-ла, о-ла-ла, это же этот. Это шоу пластинки. Это тоже пасхалка, кстати. Какие пластинки? Какая пластинка нужна? Рок что-то какое-то. Ну блин, почему это так все сложно? А нафига ты его скушал? Может его потом продать можно было за что-то? А я его не скушал. Нафига ты его скушал? У тебя просто эффекты какие-то появились, поэтому... А, это, кстати, яблоко. Это магазин Apple, вы поняли? А. Прикольно, да. Так, тут уже нельзя пойти. А, ну в принципе, что мы сумели найти? Мы уже все обследовали? Или еще нет? Или мы другую сторону вроде не обследовали? Нет, не обследовали мы другую сторону. Что? Он, короче, если найдешь мне диск, этот Rock Around the Clock, я буду рад тебе, типа, что-то тебе дать вот этот плутоний. Окей. Ну я это и так уже понял. Короче, диск вот нужно ей дать, вот этого, копии... Этот не подходит, да, диск? Да, этот не подходит, который мы нашли с тобой, Игорь. Ну тут мы еще ничего толком... А, это Пепси, это Пепси! Это Пепси? Да, Пепси, нашел Пепси! Все-таки надо искать, короче, пасхалочки на карте. Давай вернемся тогда, где Пепси, это самый такой старый... Это 85-й. Это 85-й. А ну, сейчас, секунду. Это 85-й, правда? Сейчас, твою мать, сказал же секунду. Куда идти? В бар опять же, а где он только забыл? Вот тут. 785, да, верно. 85. Так, давай ему пепси. А нам сколько частей? Прикиньте, если не одна часть полтония, а где-то 5-3-5 нужно. Ну, это по идее, в каждом времени нужно будет найти. Да, в каждом времени, походу. А что не могу? Так, все, пепси, да. Плутоний. Есть плутоний, да? В Делориан. А, смотрите, мы можем с помощью книжки тпшнуться в Делориан. Тпхнуться в Делориан, давай. Тпшнуться в Делориан. Где она? И Делориан. Вот, ну вот она же за... А что это кнопочки, стоп? Плутониум хинт. Во-во, вот сюда, смотри. Смотри. Помнишь, короче, когда он застрял во времени, ему надо было этот, машину он здесь оставил, ему же надо было ее заправить. Стоп, вы понимаете, что здесь мы можем себе проспойлерить, где что находится? Там подсказки есть. Тут подсказки и спойлеры есть. Вот смотрите, что нам нужно найти? Нам еще нужно найти 100% одну вот эту музыкальный диск, да, чтобы отдать вот этой. А в каком она году была? Диск? Я нашел Hill Phone Direct чего-то, кто-то помнит? Это книжка с телефонами. Да. А куда нужно? Она куда нужно? Была. Давай. Погнали. Кто-то помнит? Кто-то помнит, где она была? Куда это нужно давать? А, да, я понял. Мы типа быстро бегаем. Так, вот сюда. Вот так, книжка. Эдисон, давай. С какой плутоний? По-моему, нам надо три всего найти. Или... Так, давайте в Делориан возвращаемся. Да, в Делориан. И где она? Да, ставить? В сундук, да, ставить? Да, в сундук. И сюда. Ну, вот я там и был в предыдущий раз, только ты мне дал туда залезть, потому что ты пехнулся. Извини. Я не специально, Эдисон, ты не обижайся. Так, а что делать? А вот, смотри, какой сундук! Сундук! Ой, подожди меня! Плутониум! Реально, там плутониум? Плутониум просто. Просто плутониум. Нифига себе. Так, и чё? Получается, мы в 55-м времени нашли уже две, а мы думали в одном, по каждому по одному. В каждом, да. Значит, их дофига. Мы уже четыре нашли, да? По идее, по этим подсказкам, если судить, то здесь 6 плутониума тоже. 5 или 6, да. Потому что последнее... Да, давайте что-то... подсказку возьмем на вопросике, чё это? Давай подсказку возьмем. А, я не готов тебе дать раскрыть этот секрет. Какой мы идем? Мы подсказки, вот Эдисон, вот я же правильно перевожу, в театре, в 85-м, вот идем в 85-м. Сейчас, где это написано? Вот, тут написано, спойлер. Иди в театр в 85-м или 55-м, иди на второй этаж, at the northmost part of the building. То есть, это не театр случайно, вот это? Может это не театр, может это мэрия какая-нибудь? Иди в театр, в какую-то там северную часть. Короче, давайте, вы пойдете туда, я пойду в этот большой здание. На второй этаж нужно пойти. Вот, какой-то в кинотеатре. Вот это, да. Это... И там так, в северной части. Вот. И теперь отсюда мы тпшим. Вот тут. Давайте попробуем вот тут. Я тпхнусь. Так, и чё, где? Так, я нашёл плутониум, я нашёл, да. Отлично. Видишь, оно тебе... Потому что, ну, да, меня за... Вот видите мой ник, меня за стену тпхнуло, и тут сундук стоит.
То есть вот так прикольно, что именно между временами. Да, давайте в Делориан, надеемся, то, что это последний плутоним, который нам нужен. Ё-моё, как сложно, ребята, я хочу вам сказать, это слишком сложная карта, по-моему. И я поставил? Ура! Да! Это последний? Мы нашли, да, мы нашли 5 плутониев. А, мне кажется, нет! Если мои расчеты верны, остался еще один кусочек в 2055 году в Клок Башне, то есть в часовой... Ты помнишь, она где-то там была... Ключ, пацаны, мне дали чест кей, которым я могу открыть сундук какой-то. Давайте вернемся в тысячу... Какой там? 1085. Я спрашиваю, если ты знаешь, что это такое? Сейчас переведу. Здание суда, да, это оно. А это не здание суда, алло. Это здание суда. Так, 8... Это школа? Нет, это здание нет, суда, какая это школа? Это здание это суда. Школа, а, ой, это не школа, да. Что, это здание суда? Это здание суда, я это 100% помню. А, и потом нужно тпхнуться 85-й. Давайте 85-й. О! Теперь он поднялся. Так, вот. Теперь нужно подняться на лестнице, нам написано. Ух ты, ё-моё, как всё сложно. Охренеть, без подсказок ты вряд ли бы... Как ты без подсказок бы мог знать, что тебе там нужно? Перед подписчиками не палиться. Пацаны, мы тут это, короче, палимся. Мы тут палимся. Так, сейчас. Дальше перейдем. Jump to the scaffold on the left. Чего нужно... Подождите, вот тут, я вот сюда перебрал. On the left, да, вот сюда нужно. Ну, тут здесь можно подняться прямо на часы, по идее. А, нет, по идее, что-то тут не то. Или как? Куда нам уже прыгнуть? Jump... Так, 85-й, вот давайте мне вот кажется, встанем. Этот вот блок тут, не вот зря тут покрашенный, пацаны. Нет, вот а, ну стой там. Так, давайте, сейчас. Эдисон, не телепо... Станьте ко мне на блок все. Поехали. Да поехали! Stands... Ну давайте станем сюда. Ну реально, он чисто логически, тут один давайте, покрашенный давайте, блок. Давайте, 985-й, погнали. Давай. Поехали. Изи. Отлично. Мы, кстати, вообще могли в любом месте, на самом деле, встать. Что там, вниз прыгать или что? Подожди, вот тут, по идее, вот через эту хрень надо стоять. Ай, ты меня вниз столкнул, зараза. Извини, ты понимаешь. А может тут, кстати, что-то будет, фиг его знает. Потом, потом, да, прыгните в дырку, в крыше. Потом, тпшните из 955-й, теперь мы в 955-й тпшимся. Офигеть, как тут все запутано. Ё-моё. Так, подожди, я застрял? Ай, я тоже. Ага, и тут теперь мы должны залезть по лестнице. Сесть лестнички. А как офигеть! Это самому пройти, это ж невозможно. Это без подсказок. Сейчас закрыт, у тебя какого ключи? У меня. У кого открывай, ключи? Вот. Давай, открывай. Вон. Есть плутоний. О, боже. О! Опа, молния, нифига себе. А, так молния, ну все верно, нам же этот... Бери. Понимаете? Кто-то меня столкнул, спасибо. Ладно, давайте в Делориан. Где машинка-то? У меня забрали. One trip в Делориан. Да вы издеваетесь, дайте нам пройти уже вот эту. Смотрите, во-во-во, молния идет. Молния, как в фильме. Бежим. Все, мы тпжимся, мы развиваем скорость 80 км в час. Ну что-то не 80 км в час, и что-то... А, я дальше не могу пробежать. Да, мне дали, Grey Sports, какой-то артефакт. Мне кажется, надо закончить серию. Мне тоже кажется. Мы вообще не рассчитывали то, что одна миссия так долго будет длиться. Просто жесть. Нереально крутая карта, кстати. Это просто как полноценная карта, только одна вот эта часть была. Ох, кидай, Жека. Я кидаю просто, ура. То есть это чисто... Только вот этот уровень можно уже считать за полноценную карту. Только вот этот уровень с машиной времени. Я, кстати, и так отчаялся, где иду брать? Офигеть. Ладно, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Если вы хотите видеть следующую серию, где мы пройдем уже наконец-то четвертый уровень, а потом нам еще нужно будет сразиться с этой владыкой времени через этот портал, не забывайте. Все надо будет сразиться с владыкой времени? Я не знаю. Ладно, ребята, ставьте большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы наберем, тем быстрее мы выпустим следующую серию с прохождением там крутой карты, если вы, конечно, этого хотите. Да. Про подписки никому да, не нужно. Да, зачем, не важно. Всем пока. Вы знаете, что надо делать, пацаны. Подписываться, да, комментировать, там, добавлять нас везде, где только можно. Там, смотреть. Пока, да.